Приветствую вас. Смотрите, какая ситуация получается. Во-первых, нужно понимать, да, что само собой так просто значит, ситуация не разрешится. Да? То есть нужны какие-то ну, какие-то коррективы в поведении, нужны какие-то коррективы в деятельности. Вот. Все вот эти вот вещи необходимы. И смотрите, какая штука. Сейчас вы находитесь явно в состоянии фрустрации, да? То есть вам чего-то не хватает активно. Любимый человек нужен для чего-то. Поддержка нужна для чего-то. Там удачи которых вы нуждаетесь, тоже нужны для чего-то. Вот. То есть вот радости, в которых вы испытываете нужду, тоже для чего-то нужны вам. Понимаете? И это потребности, которые вам нужно удовлетворять. Сейчас самостоятельно, да, и так далее. То есть тонкость вся в том, именно, чтобы вы поняли, какие из ваших потребностей основных сейчас не удовлетворены. И подумали бы, опять же, о том, как их можно было бы удовлетворить. Вот, в принципе, все. И когда и если вы эти потребности удовлетворите, свои, то я полагаю, то все будет проще. Вы сейчас, вот именно сейчас, на данный момент, живете чем? Ну, я думаю, что вы живете скорее всего, вы живете какой-то нуждой. Да, то есть вот это нужно, так должно быть, так правильно, то есть так вот на неудачнице я, то есть я должна соответствовать каким-то нормам, должна соответствовать чьим-то, ну, там, взглядам, чьим-то требованиям. Вот.
и так далее. Тогда оно может быть и так. Это может быть и правильно. В некоторых случаях это может быть даже стимулирует. Но для того, чтобы вам обеспечить это, нужно все же сперва быть к этому готовой. Нужно иметь для этого средства. Нужно иметь для этого необходимые ресурсы. А пока ресурсов нет, а у вас их нет, вы не сможете реализовать свои желания. Вы не сможете никогда выйти из порочного круга. Потому что из порочного круга выходят только тогда, только в том случае, если есть свобода выбора. А свобода выбора есть когда? Когда удовлетворены потребности. Поэтому сперва мы удовлетворяем потребности, потом мы начинаем уже делать выбор. Сперва безопасность — это личные границы. То есть это правило, как с вами можно, как с вами нельзя, что можно, что нельзя. Объективно. Что несет вред, что не несет вреда и так далее. Для вас. Именно для вас. Второе — это значимость. Ваша собственная значимость. То есть тут отношение к людям. Вот. То есть уже сейчас вы можете относиться к людям так, как вот вам хотелось бы, чтобы они относились к вам. Уже сейчас вы можете относиться к людям позитивно, например. Но для этого, для того, чтобы позитивно относиться к людям, нужно сперва, чтобы вы были в безопасности. Иначе это теряет смысл. Абсолютно. Вот. Понимаете, да? Какая вещь. Дальше идет после этого, когда вы будете относиться к людям, вы будете проявлять к ним свои чувства. Вот. Вы не будете бояться принимать их чувства. Вот. То есть, вот сделал человек что-то для вас, да? Хорошо, замечательно, что сделал. Приняли его, его выбор. По отношению к себе. И все. И замечательно, здорово. Никаких проблем с этим нет. Больше. А если не можете это сделать, да? Вот тот момент именно такой и является. Тот момент такой и что. Вы ходите по одному кругу. Дальше. После этого, после того, как вы эти желания свои реализуете, я полагаю, что вам уже будет гораздо легче. То есть, по тому времени вы уже можете легко принимать решения относительно своей жизни, и о неудачнице будут только входить в воспоминания в прошлом. Вот. Дальше. Как мне показалось, что вы ведете себя
очень как жертву, как мне показалось. И если это действительно так, то есть если вы действительно ведете себя как жертва, то я думаю, что необходимо из этого состояния выходить. То есть, за что я конкретно могу нести ответственность в своей жизни? Вот. За что я конкретно могу нести ответственность вот в том, что меня касается? Правильно ли это? Да, правильно. Это правильно. Это то, что вам нужно делать. Понимаете? Вот. И пусть это будет немного. Вот. Пусть этого будет немного. Ну, того, что вы можете действительно сделать, того, что вы сами действительно можете сделать. Понимаете, пусть этого будет немного, но пусть это будет ваше. Пусть это будет реально то, что вы можете сделать сам. То есть здраво оцените свои средства, свои возможности, требования и условия задач. Постановите цели. Ну, установите цели. И реализуйте их через задачи. Вы, вероятно, ставите себе слишком отдаленные цели, слишком абстрактные цели. Это не есть хорошо. Понимаете? Для того, чтобы все получалось, нужно, чтобы цели были достижимые, чтобы задачи были вообще близкие к вам. И чтобы у вас были определенные, опять же, правила. То есть я, например, не прекращаю заниматься выполнением определенной цели до тех пор, пока не выполню ее. И пока я не выполню эту цель, я не буду обращать внимание на что-то другое. Вот. И вот эта позиция, вот она такая вот, как бы целиком, да, позиция в купе с желаниями. Это первое, о чем вам нужно подумать. Это первое, о чем вам нужно разговаривать. Вообще, вот проговаривать хотя бы. Психолог, да? Вот. Ну и поймите, что любимых людей у вас не будет, к сожалению, до тех пор, пока вы не будете более-менее свободны и независимы. Вот. То есть вот это вам нужно стараться для себя понять и уяснить. Вот. То есть, чтобы вам выстраивать отношения с людьми адекватные, для этого нужны средства.
Для этого нужна гармония, для этого нужны условия. Пока люди вокруг вас, они вами рассматриваются только как цели. Вот. И поэтому ничего не получается. Ну и, пожалуй, вот последнее, да, что я хотел сказать, это то, что удача, вот, это слово, удача, ее нет. Есть то, что вы делаете, есть то, что делают другие люди, и все. Удача – это что-то мифическое, не контролируемое никак. Понимаете? Поэтому старайтесь, чтобы в вашей жизни было как можно меньше вот этих вот вещей, неконтролируемых вам. И обратитесь к врачу, потому что вполне может быть у вас, вам требуется медицинская помощь, ну, для поддержания, потому что, ну, вот, то, что вы пишете, да, то есть никакого просвета, ничего хорошего, вот, так не бывает. Я верю в то, что вы видите это так, да, но, тем не менее, пытайтесь, пожалуйста, понять, что так не бывает. Если вы чувствуете так, это одно, но это ваше представление. И, с одной стороны, нужно понять, если у вас заболевание какое-то, ну, болезнь какая-то, или просто какое-то нарушение работы органов, например, щитовидной железы. Вот. Либо это больше психологически. Вот. Но сперва как бы проще, да, будет вам проанализировать именно физиологическую сторону процесса. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.